Только самые актуальные городские события становятся объектами репортажей корреспондента службы новостей «Армавира». В студии Марина Бартенева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. С появлением яркого солнца армавирцы надели не только темные очки, но и тщательно затонировали стекла в машинах. Операция «Тонировка». На ней побывала Анна Мельченко. В спорткомплексе представители Центра занятости города Армавира провели ярмарку рабочих профессий. На ней побывала Юлия Денежкина. И начали выпуска к главным темам. Несмотря на то, что ситуация по заболеваемости африканской чумой свиней в последний период времени на Кубани стала выправляться, краевые и городские власти по-прежнему держат ситуацию под контролем. Особое внимание уделяется вопросам профилактики. Анна Мельченко продолжит тему. 6 апреля в городской администрации состоялась пресс-конференция. На ней рассматривались вопросы профилактики африканской чумы свиней. Та схема и план противоэпизоотических мероприятий, который имеется на административной территории города Армавира по борьбе с африканской чумой, он выполняется в полном объеме. Прошлого года мы выполнили и выполняется в соответствии с планом этого года. И плановые мероприятия, и чрезвычайные мероприятия, которые возникают в тот или иной период в связи с эпизоотической обстановкой на той или иной территории, которая возникает. Среди пунктов профилактики африканской чумы свиней были введены правила утилизации биологических отходов. На этой неделе в сельских округах, входящих в состав Армавира, появились специальные контейнеры для утилизации отходов. Контроль за утилизацией биоотходов – один из источников, будем говорить, инфекции, который возможен, это биоотходы. Для того, чтобы упорядочить вывоз биоотходов, принято решение о установке специальных контейнеров для вывоза биоотходов, которые с сегодняшнего дня установлены, и граждане во всех поселениях имеют возможность не нарушать закон, а действовать в соответствии с правилами. В поселке Заветном такой контейнер расположен на пересечении улиц Крымская и Офицерская. В хуторе Красная Поляна по улице Красная 50. В Старой Станице по улице Зеленая 45/5. Убоем скота на территории города официально занимается сертифицированное предприятие. Самостоятельный убой скота наказывается крупным штрафом. Штрафы увеличены на граждан 5000 рублей, на должностных лиц 40 тысяч, на индивидуальных предпринимателей 10 тысяч и на юридические лица 100 тысяч. В настоящее время в Армавире действуют телефоны горячей линии 32002 и 40202, по которым жители могут сообщать о любых случаях нарушения правил содержания, убоя или утилизации скота. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Готовь сани в апреле. Не успела зима закончиться, а в мэрии уже приступили к подготовке жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов. Глава Армавира Андрей Харченко вместе с коммунальщиками, ответственными за социальные учреждения, на совещании по подготовке города к следующей зиме обозначили проблемные участки и план по решению имеющихся вопросов. В этом году в Армавире предстоит заменить сотни метров аварийных теплотрасс и установить новое оборудование в котельных. Отметим, что в процесс подготовки города к зиме активно включились инвесторы. Например, общество с ограниченной ответственностью «Армавир Теплоэнерго» планирует за 3 ближайших года вложить в реконструкцию и ремонт систем теплоснабжения и отопления около 500 миллионов рублей. Как сообщил глава Армавира Андрей Харченко, этот отопительный сезон, несмотря на холодную зиму, в городе прошел относительно благополучно. Но армавирцы высказывали отдельные нарекания, которые в нынешнем году должны быть в обязательном порядке устранены. К другим новостям. Армавирцы вышли на генеральную уборку. 6 апреля прошел общегородской субботник. Тысячи горожан, десятки единиц спецтехники убирали мусор и дорожный смет, вскапывали клумбы, белили деревья. Прибавляла энтузиазма и хорошая погода. Давай вот от этого самого, вот от этого срубленного дерева и до этой ширины. В Армавире уже стала хорошей традицией проводить генеральную уборку. Горожане, трудовые коллективы, начиная от небольших организаций, заканчивая крупными заводами, вышли на улицы, чтобы еще раз подтвердить свое желание сделать город чище. Одни убирают прошлогоднюю листву, другие белят деревья. На субботник вышли и сотрудники городской администрации. Мужскому коллективу достались работы по уборке придорожного смета. А вот сотрудницы мэрии наводили порядок в сквере по улице Кирова. Вышли на субботник, чтобы привести наш любимый город в порядок, чтобы он стал еще краше, еще красивее.
еще лучше. Мы призываем всех жителей города Армавира. Все на субботник. Рядовые горожане тоже не остались безучастными. На субботник вышли и стар, и млад. Прибавляла энтузиазма и хорошая погода. Вы всегда убираете около своего дома? Конечно. В такой месте живем, всегда убираем порядок. В мэрии напоминают, чистота в городе зависит от каждого. Следующий, но уже всекубанский субботник пройдет в Армавире 21 апреля. Продолжаем выпуск. 10 октября 2011 года на улице Азовской, 4, вечером произошел неординарный конфликт. Мужчина лет 60 в состоянии алкогольного опьянения обратился с просьбой дать закурить к молодому человеку, который в этот момент, воспользовавшись банкоматом, снимал со счета деньги. Парень в грубой форме отказал, и мужчине это не понравилось. Он оказался настойчивым, стал угрожать ножом и даже требовал отдать ему снятые со счета деньги. В этот момент на помощь подоспел сотрудник полиции. Окончание этой истории в репортаже Юлии Денишкиной. За решеткой пожилой человек, житель Армавира Анатолий Иваненко. А в зале суда проходит оглашение приговора по делу о его разбойном нападении с целью хищения. Это судебное заседание переносилось 6 раз в течение 6 месяцев. И вот все же состоялось в четверг, 5 апреля. Судья Сергей Погребняк зачитывает обвинение. Иваненко совершил преступление, квалифицируемое как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенно с угрозой применения насилия, опасного для здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Пришедший в отделение полиции с явкой с повинной, Иваненко раскаялся в совершенном, пытаясь объяснить это состоянием невменяемости. Но по заключениям медицинской экспертизы у подсудимого не было выявлено психических отклонений. После оглашения обвинения последовало вынесение приговора. Суд приговорил Иваненко Анатолия Федоровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок наказания Иваненко исчисляется 5 апреля 2012 года. Приговор не понравился только осужденному. Кстати, потерпевший даже в некоторой степени посочувствовал обидчику. С наказанием, которое вынес суд, в принципе, да, я вполне согласен. Вот. Но, конечно, с другой стороны, этого человека все-таки чуть-чуть жалко. Какая-то жалость к нему присутствует ввиду того, что у него в жизни, скажем так, не все благополучно. Все-таки чисто человеческое сострадание к нему. Надо отметить, что осужденный может обжаловать приговор в кассационном порядке в течение 10 дней в краевом суде. Юлия Денишкина, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Регулярно на территории Армавира проводятся рейдовые мероприятия по выявлению самых разных нарушений правил дорожного движения, в том числе связанных с тонированием автомобилей. 6 апреля на рейде побывала и Анна Мельченко. Добрый день. На текущей неделе состоялось расширенное рейдовое мероприятие, в котором принимали участие все подразделения Армавирского отдела МВД. На перекрестках с интенсивным движением несли службу экипажи в составе сотрудников ГАИ, ДПС и руководителя одного из подразделений ОМВД. В ходе данного рейдового мероприятия было выявлено 64 административных правонарушения, из которых 32 за управление транспортным средством с тонированными стеклами. Согласно технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, светопропускание лобового и передних боковых стекол транспортного средства должно составлять не менее 70%. В противном случае водители привлекаются к административной ответственности, за которую грозит штраф в размере 500 рублей. Кроме того, за время рейда выявляются водители, ранее привлекавшиеся за незаконный тюнинг, а именно за слишком темную тонировку, к административной ответственности, однако не устранившие причину данного правонарушения. На них вновь составляется административный протокол как за нарушение, так и за неисполнение требований сотрудников полиции. По данной статье нерадивому автомобилисту грозит штраф от 500 до 1000 рублей, либо административный арест сроком до 15 суток. Решение принимает мировой судья Армавира. Кроме того, в рамках рейдового мероприятия выявляются водители, которые ранее уже привлекались за тонировочное покрытие на автомобилях, административной ответственности, но не устранили причину данного правонарушения. На них вновь составляется административный протокол за тонировку. И помимо того, статья 19.3 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение требований сотрудника полиции.
По данной статье ответственность гражданина – это административный штраф от 500 до 1000 рублей, либо административный арест сроком до 15 суток. С наступлением теплого времени года количество тонированного сверх нормы транспорта значительно увеличилось. Может быть, конечно, водители думают о том, чтобы им было в машине комфортно и солнечные лучи не попадали в машину, но необходимо задуматься о своей безопасности, поскольку пленочное покрытие уменьшает обзор с места водителя. Хочется обратиться к участникам дорожного движения, неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, соблюдать скоростной режим, а также не наносить пленочное покрытие, не соответствующее требованиям законодательства. Произведем замер пленочного покрытия. Фрескрит, вот так, стекло поднять. Анна Мельченко, Станислав Чинский, служба новостей «Армавира». Найти работу. Такая задача стояла перед каждым, кто посетил в пятницу, 6 апреля, ярмарку вакансий. Организаторы мероприятия преследовали практически такую же цель, только с противоположным знаком – предоставить рабочие места желающим. Как справились эти и другие, выяснял наш корреспондент. Ярмарка вакансий прошла в спортивном воздухоопорном комплексе города. Организовали мероприятие работники Центра занятости населения совместно с Управлением экономического развития администрации города. В течение 2 часов ярмарку посетило около 2000 человек. Администрация города совместно с государственным учреждением Центр занятости проводится традиционное весеннее мероприятие – ярмарка вакансий рабочих и учебных мест. Основная цель – это, конечно, трудоустройство армавирцев. Кроме того, это и возможность молодежи определиться с профессией, определиться с тем учебным заведением, где они получат обучение, где выберут свой профессиональный жизненный путь. Каждый, кто пришел сюда, старался найти работу не только по душе, но и с хорошей оплатой труда. На выбор общественности было предложено 70 профессий. Представители армавирских предприятий и организаций старались привлечь людей, рассказывая о тонкостях своей профессии. Неработающие, как взрослые, так и молодежь, в последнее время особенно заинтересованы в получении рабочих мест. Пришли на ярмарку и будущие выпускники школ. Это выпускники 9-х, 10-х и 11-х классов. Цель посещение выпускников ярмарки вакансий – это, конечно, профориентация. Ребята должны посмотреть, какие заводы у нас, какие предприятия в городе есть, какие вакансии имеются, какая заработная плата. Здесь непосредственно можно узнать у работодателей, какие условия труда, что выпускается нашими предприятиями. И одновременно мы проводим этих ребят к учебным заведениям, которые и предлагают специальности, необходимые нашему городу. В Армавире сотрудниками соответствующих органов делается все для того, чтобы кардинально уменьшить уровень безработицы и обеспечить рабочими местами все категории граждан. Юлия Денишкина, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. В нашем регионе проводится краевой традиционный конкурс, участие в котором принимают приемные замещающие семьи. На муниципальном уровне победила семья Недельских из Армавира. Анна Мельченко познакомилась поближе с победителями. Семью Недельских можно по праву назвать богатырской. Ведь в ней всего одна женщина и четверо настоящих мужчин. Правда, старший из сыновей во время съемки был на занятиях в школе. Младшие же тем временем с удовольствием демонстрировали свои акробатические номера, которые входили в программу конкурса. У нас проходит сейчас конкурс краевой. Он в 3 этапа проходит: муниципальный, зональный и краевой. Вот они у нас в муниципальном конкурсе заняли 1-е место. Сейчас идет подготовка. Они будут участвовать у нас вот 5 апреля. Мы выезжаем в Апшеронск, где будет проводиться зональный конкурс. Но мы надеемся, конечно, на победу, вот, чтобы победить и принять участие в краевом конкурсе. В программе муниципального этапа было 4 номинации. Это домашнее задание, мастер-класс, конкурс рукоделия, оформление стенгазеты, в которой активно принимала участие вся семья Недельских, а также творческий конкурс чтения стихов. Мелкий дождик моросит, гром вдали грохочет. Это все моя Кубань, приезжай, кто хочет. Петя и Даниил ходят в одну школу и в один класс. Между мальчишками настоящая мужская дружба. Друг за друга они горой стоят. Все вокруг считают их родными братьями. Для мамы и папы это аксиома, не нуждающаяся в доказательстве. В данной семье проживает и воспитывается 3 детей. Это Сережа, Даниил и Петр. Среди них есть ребенок, который взят семью, как оставшийся без попечения родителей. Но мы не можем сказать, что он у них
взят. Он у них родной сын, потому что у них нет деления, что это дети родные и ребенок, которого они воспитывают. Они все, ребята, равны. Сейчас Недельский активно готовится к следующему этапу соревнований. В муниципальном турнире принимало участие 22 семьи. Основные задачи этого конкурса направлены на повышение авторитета семьи в обществе и распространение положительного опыта семейных отношений в приемной семье, укрепление традиций современного творчества детей и родителей. Анна Амельченко, Станислав Чинский, служба новостей «Армавира». Благовещение Пресвятой Богородицы. Так Православная Церковь называет великий праздник, который будет отмечаться в субботу, 7 апреля. В этот день во всех храмах Армавира пройдут торжественные богослужения. Подробности в следующем материале выпуска. Праздник, посвященный воспоминанию о возвещении Архангелом Гавриилом Деве Марии тайны воплощения от нее Спасителя, выпадает на начало апреля. Это священное событие описано в Евангелии и получило название «Благовещение», что значит «добрая радостная весть». Архангел Гавриил, спустившись с небесе, благовестил Деве Марии о том, что она станет Матерью Божией. То есть это великое событие, наверное, для каждого человека рождение ребенка. А здесь это рождение ребенка не имеет никаких прецедентов в истории и не имело после Рождества Христова. То есть рождение от Духа Святаго. Евангелист Лука подробно и достоверно рассказал о событиях, которые произошли в городе Назарете в те далекие времена. Стоит отметить, что Мария хоть и растерялась, узнав о том, что ей предстоит, однако была покорна слову от Бога. Не был долгим диалог Архангела Гавриила и Божией Матери. Настолько она была смиренна и покорна воле Божией. Поэтому, безусловно, Благовещение Пресвятой Богородицы для нас, для многих, пример. Во-первых, смирение, во-вторых, подвига, готовности к этому подвигу. Ну и, конечно, глядя на Благовещение, мы понимаем, сколько Господь дал человеку, чтобы человек имел возможность вернуться туда, откуда ушел Адам, вернуться в рай. Так, более 2000 лет назад началась новая эпоха у значительной части человечества, которая очень скоро стала называться христианской. Для каждого из нас сегодня благая весть звучит как призыв. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей «Армавира». Далее о спорте. В рамках подготовки к сезону, стартующему 18 апреля, на сборах в Кисловодске футболисты команды «Черно-белых» провели очередной контрольный матч против клуба «Шексна» из Череповца. «Торпеда» уступила «Шексне» с минимальным счетом. Футболисты выступают в зоне «Запад» второго дивизиона. Игра закончилась со счетом 1-0, не в пользу «Черно-белых». После матча торпедовцы отправились домой, а затем собрались 4 апреля на заключительном сборе в Крымске. Об этих и других событиях вы также сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.media.tv. Там же вам доступна видеоверсия информационной программы. А на форуме «Медиагрупп» можно предложить волнующие вас темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Далее информация о погоде на ближайшие сутки. Я же прощаюсь с вами, желаю только самых добрых новостей. Спасибо за внимание и до встречи на телеканале ТНТ «Армавир». Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик», улица Мира, 51. Стилист-визажист «Калибри Висконти», телефон 8 918 159 12 89.